Друзья, к сожалению, в школу мою у меня не получилось попасть. Охранники сказали, так как вы здесь не учитесь, собственно, попасть в школу, к сожалению, не получится. Очень, конечно, жалко. Хотелось бы пройти, посмотреть, что, как вообще здесь поменялось вообще. Что здесь вообще интересного стало. Но, к сожалению, как говорится, годы берут свое. Когда ты здесь учился, здесь было совсем все по-другому. А сейчас вот видишь, смотришь, да, и ах, жалко, даже в свою школу попасть ты не можешь, потому что все, ты вырос, тебе уже 40 лет, и попасть, посмотреть ты, к сожалению, не можешь. А так хотелось попасть в школу, в которой ты учился много лет, и посмотреть, как и насколько там все изменилось. Причем жалко, что знаете в чем? Что нет каких-то контактов, чтобы кто-то тебя провел, и я смог посмотреть, как там в школе. Кстати, вот турникетов таких, как бы, в свое время, когда я здесь учился, здесь такого не было. А теперь вот уже есть. Поэтому пойдем посмотрим, что тут дальше. Вот. Хотя вот так издалека. Кстати, вот такой высокий забор здесь тоже появился после реконструкции этой школы. Причем, что здесь даже поменяли все, вплоть до вот этой дорожки, по которой я сейчас иду. И все, все здесь стало совсем другим. Не так, как 20 лет назад. Вот, кстати, бассейн. Я вам хочу его показать. Вот, бассейн, который тоже у нас был, конечно, он был в таком, честно говоря, плачевном состоянии, насколько вот я его помню из детства. Но вот так он, собственно, выглядит. Давайте сейчас я переверну камеру и покажу.